Рано или поздно все сталкиваются с последствиями борьбы за власть. Для Эрмис склеп глубокого камня стал шансом ухватиться за тьму. Но ее хватка была не крепкой. Их просчет нам на руку. Ибо величайшие тайны Европы отныне доступны нам. Мы не единственные спасители человечества. Мы должны пробудить тьму, научить людей использовать ее во благо. Но сперва нужно полностью пробудить ее силу. Был человек, который знал о тьме даже больше, чем мы. Мой дед, Кловис Брей I. «Элизабет», — сказал он мне, когда я очнулась, переродившись как Экзо, — «ты спасешь мир». Что за бред? Старику было плевать на мир. Он заботился только о своем драгоценном наследии. И все же, я надеюсь, что он прав. Большинство тайн Кловис хранил в своем дневнике. И я знаю, где его искать. Это уже не секрет. Мы знаем, что находится в склепе глубокого камня. Там живое воплощение тьмы, облаченное в ДНК вексов. Мой дед жаждал вечной жизни. Он искал ее повсюду. Но в итоге создал ее сам. Из фонтана вечной молодости родилась я и прочие экзо. От этой истины не скрыться. Тьма внутри нас. А значит... Остается лишь принять ее. Стражи, которые вошли в склеп глубокого камня, вдохнули новую жизнь в давно уснувшие машины Европы. Они обладают знаниями, которые считаются утраченными. Это наш шанс обрести их. Эрмис больше нет. Варикс скорбит о смерти старого друга. Варикс празднует смерть врага. Это и горько, и сладко. Но идеи сильнее смерти. Варикс слышит шепот Эликсни, которые мечтают занять место Эрмис. Предстоит еще многое сделать, да?
Да. Стража узнаешь по походке, гордой, уверенной, может, даже слишком. Thank you.
что ты снова с нами, Страж. Падшие производят оружие на Европе, чтобы усилить свои позиции по всей системе. Наша цель — сделать все, чтобы сорвать их планы. Для начала уничтожим важный завод. Задание тебя будет консультировать Варикс. Он прекрасно знает этот комплекс. Он хорошо охраняется, и не только Эликс и Эрамис. Европу терзают Вексы. Они клинок в сердце тех, кто все еще шепчет имя Эрамис. Не исключено, что мы сможем этим воспользоваться. Замков. Варикс даст тебе свои ключи. Они старые, но должны подойти к новому замку. Думаешь, старые коды доступа сработают? Может, есть какой-то другой способ? Другого способа нет. Ладно. Между нами говоря, мне так надоело взламывать охранные системы. Дверь заперта.
все равно не понимаю, как нам это поможет. Но если нужно взломать эту штуку, я это сделаю. Отказано. Какой сюрприз. Новый план. Страж, я засек в другой части комнаты нестабильную энергетическую сигнатуру. Кажется, это реактор. Давай действовать на опережение. Это было очень по-титански. За последнее время мы многое испытали. По-моему, мы учимся делать все по-своему. Thank you.
Ого! Какую штуку отгрохали падшие? А вот и еще один терминал. Не взорви его. Это нам здорово помешает. Ладно, ладно. Давай взглянем на эту штуку. Нанести как можно быстрее. Воспользуйся присутствием вексов. Ждем указаний, командир. Мы готовы. Варикс поможет, да? Ты пугаешь моих товарищей. Они говорят, что под твоими ногами дрожит земля.